В интернациональный развлекательно-семейный кемпинг превратится парк Жлебира во время фестиваля национальных культур. В гущу праздника окунутся даже жители Грудненского зоопарка. Сюда на время фестиваля переедут обитатели бабушкиного дворика, а вместе с ними и местная суперзвезда-обезьянка Оскар. В парке появится самолет, кинотеатр, библиотека под открытым небом с самыми популярными книгами для детей. А в швейцарской долине гостеприимно распахнет двери литературно-театральная мастерская. На площадке у театра кукол можно будет вспомнить старину и поиграть в национальные игры, в те, которые играли наши бабушки и дедушки. Услышать любимые мелодии в живом исполнении, прогуляться по национальным подворьям. В рамках фестиваля организован детский творческий интернациональный лагерь, который будет называться «Город солнца». Там родители и дети смогут увидеть выездной зоопарк, посмотреть на животных. Также настольные игры, в которые могут поиграть прямо на газонах. Еще будет организована выездная библиотека детская. Также концертная программа с лучшими творческими детскими коллективами и лучшими национальными диаспорами. Еще, естественно, сладкая вата, попкорн, множество аттракционов, веселье и только позитивное настроение.